Примерно полгода назад я стал обладателем вот такой красивой игрушки. Как только у меня появилась эта чудо-игрушка, первое, что я сделал, это заглянул в гнездо наших аистов. И тут меня поперло. Мне хотелось каких-то небывалых ракурсов, необычных пролетов. Ну, типа, что-то такого. И вообще, красивых панорам. В коллекции моих видосов появились трофейные видео. Это видео моего зятя. Здесь хочу вам показать, без сомнения, высший пилотаж. Этот пролет достоин быть в одном ряду лучших пролетов YouTube. Смотрите до конца, не пожалеете. Даже простая прогулка, снятая на дрон, выглядит как-то более необычно, киношно, что ли. В общем, обо всем, что произошло, я вам расскажу в следующем выпуске. Еще там будет рубрика «Детям до 16». Подписывайтесь на канал и до следующих встреч. До свидания.